В этом видео хочу вас познакомить с краковским аквапарком. Он небольшой и он находится в помещении, то есть он не на улице, как бы сюда можно приходить и зимой тоже. В принципе, нам понравилось. Мы были первый раз, но мы, правда, приехали летом, как раз, по-моему, это был последний день перед началом учебного года. И мы сюда приехали, людей, конечно, было очень много. Вот вы видите сейчас очередь, вот я сейчас развернусь, и вы увидите вот до кассы, сколько людей. Ну, правда, долго не стояли, прошли очень быстро. Здесь есть кафе, чтобы покушать, там магазинчики, чтобы что-то купить, если вы забыли. Ну, вот видите, какая очередь. В кафе можно вот так за стеклом увидеть, что делается в самом аквапарке. И внутри, по-моему, можно там покупать еду какую-то. А вот цены. Ну, цены я так особо не озвучу, потому что лучше заходить на сайт и смотреть актуальные цены, может, какие-то промоции там. Внутри сильно я не снимала, так как люди в купальниках и дети, и, ну, мне как-то некомфортно было снимать людей. Летом открытая есть такая зона на улице, она стоит дополнительных денег. Здесь есть только маленький такой бассейник для детей, маленькая такая игровая, и лежаки, где можно позагорать. Ну, в принципе, вот и все. Ну, курящие выходят покурить сюда. Мне понравилось, ну, не только мне, а внутри в аквапарке еще есть несколько джакузи, где можно посидеть. Ну, туда, правда, надо, не скажу, очередь отстоять, но еще поймать, чтобы джакузи было пустое, или хотя бы там 1-2 человека, чтобы поместиться. Ну, я советую, нам понравилось, было очень здорово.